очень-очень уверенно. Ну, а Джа Трамп стабильно занимает место. Теперь участники основного матча телевизионного. Бен Уильямс дал команду, и Джа Трамп начинает эту встречу. Реже на телевизионных экранах, чем Джа Трамп. Итак, Джейми Робертсон, 32 года. В рейтинг добавил. Собственно, статистика, ну, не самая впечатляющая для крепкого среднего игрока. Ну уж, наверное, как-то выше надо оценить, чем крепкий середняк. А тут даже не 32, а топ-16. И ведь хорошее выступление в этом сезоне. А будут отниматься очки за позапрошлый, держаться на хорошем уровне, набирая очки. Тонкий. Крыша до этого. Толстовато, надо признать. И... Ну, к сожалению, простой обычный накат. Нет, не справляюсь. Ну что, это очередная атака Джада, уже не первая. И очень снова не точно, да. Виток за зелё... за синий. Ох, что придумал-то. Но мало. Но на этот раз вернуться. Играл Джадса на удобном месте. В общем, все. Сам. За пару ударов. Так, для красоты, но этим мало кто руководствуется. 15. Такой серийный игрок, как Трамп, может все решить уже в этом подходе. Отделяются в этом сезоне Джа Трамп и Нилтни в своем матче. И для начала турнира соперник у Трампа. И может взять... Джимми очень непростой соперник. Более точные выводы. Пока это только предположение. Работает. Давайте все-таки присмотримся. Ну, интересный вариант. Вариант играет. Нет, может быть, все-таки проходит мимо красного. Получилось, получилось. Ну и розовый сыгран. По-моему, с... Ну, два красных, да? Два красных. Вот теперь только. Выбран дешевый шар, то одного красного мать. Точно удар Джа тут есть. Все в порядке, оказалось. Вот надо придержать биток. Нормально, тут есть. Дар. Ну, еще эпизод. Не оставим без внимания то, что шикарный вступительный разу. Ну и вот она. И он идет сейчас. Ну, ошибка последовала. Вот вечерник тоже первый фреймовый. Вовсе не фавориты. Вот опять. Нет, не дорезал. Отыгрывается он от правого красного и биток. По левой стороне второго слева красного. А, ну вообще такой перевод. Биток вдаль. Ящим, но думаем о будущем и не за горами. Ох, какой дальний. Опаснее. Ой, какая траектория. Ну, все удачно, все. हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें. सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ. Или нет. Но судья в этот момент прокручивал в голове. Пропих это такой очень сложный
момент. Провел Джимми Робертсон. Отличное тонкое попадание. Даже может ружил и атакует Джад в правый угол. Плант, видите, ой, как любит Планты. Чё, Плант? Можно было. Ну, вот тот удар, о котором я говорил. Ну, шар в правый угол. Как Джимми. И Джад начинает свою атаку. Пропих – это такой момент, когда наклейка касается битка, и биток, когда Джад за биток и сопровождает его кисть наклейкой. Джада в этом подходе город. Снукер, а вот здесь еще шар забивается. Ну так. Не удалось добраться до чу. Тоже можно считать все-таки серийно своим главным козырем. Хорошо таким ударом владеет Джад. Серьезно стал относиться к снукеру. Гораздо большее время уделяет тренировкам на серийность. Но такая, что ли, плотность побед стала выше, чем... Трампа выводы мы сделаем в начале на рейтинговых турнирах. И Мастерс... Трамп оставил биток рядом с отметкой розового. Отбой красного. С предыдущего ракурса не так это было понятно. Шире сыграть бывает проще, значит, тогда не в лоб играется, а... Впереди турнир топ-8. Куда попадут 8 лучших игроков. И он может оказаться от двух бортов. Играет Джад. И запускает. Нет. И опять не попадает. Но... Угроза. От нее застраховаться не получится. Вошел в игру, все в порядке. Он на ходу. Уверенно сыгран синий. Ланф левый угол. Шары левее розового. Ну, посмотрим за... В таком, ну, лобовом примерно попадание. Если резать надо первый шар, это усложняет дело. Ох, как биток. Все-таки играет зеленый. Ну, а потом что? Дальний удар. Сложная. Но это серия была. А Лисовский больше очков набрал. Играют быстрые игроки сегодня в запуске. Начался третий фрейм, а Лисовский уже на серии в 30 очков. Розовый и черный под бой. Но есть продолжение, выбирается и... Не видим мы его в деле. Но все-таки надо... Well, it's a chance, I'm sure Robertson was not expecting... Trouble is there for 2.5 frames and 7. He's not 15. Which is a tournament winner in a big tournament like this as of right. Probably holding for black. One. The red to the right corner. And that black going in means, but worse because he had that good chance.
on the board. Whether it was a kick or just a miss, in the end was not costly. You can forget about that. Judd Trump's former evening, every department of the game. Yeah, he's just got Jimmy under. Went wrong in the third frame, so now 3-0 down, bang under it. Just because now. Trump has taken this game to new levels because you just think he will score. He doesn't look capable. It's in tight. He's the finished article, there's no doubt about it. For the low black now. Just stun into them. There it is. To be playing for pink and black, which helps the shot. Yeah, good shot. And there's no doubt, I think, what happened in the last round now. Yeah, he's going to be chasing. 70. Be one, Mark Williams. Here's a £5,000 high break. Here to try and make a 1-4-6, Judd. He's desperate to make the 1-4-6. 4-6. The man for the job. Tough. That was tough. Well, it is. He was very hot and then very cold. Strange to me. Impressively, but nine. The other side. The most red, obviously, to the left of the bunch is available. To get in behind the brown, though. This was that's beautiful. One. Foul. Judd Trump for one. Years ago, he was over hitting that shot. Now he just the pace was a couple already in this frame. For the next 3 or 4 minutes. Twenty-three.
there. Again. 38. I mentioned before, the interval can take that little bit of intensity away from it in this instance. Foul. One. Quite often in best of sevens you see Nigel Bond did it against Barry Hawkins. Wow, miss. A few. Here we go. Jimmy Rob. Seven of them this season. Red. He's reunited. Talented players of all time, but 29. Ball. And for 60. All intents, it was always going to be a tough task to tame trap. Hundred and nine.